Территория за кинотеатром «Современник» в областном центре преобразилась. Во вторник здесь состоялся масштабный субботник. Были очищены ступени, скошены трава, вырублены кустарники и деревья, которые скрывали бывшую танцевальную площадку и сцену. Здесь накопилось немало строительного мусора, который не так-то просто вывести. Это некогда благоустроенное место в центре города за долгие годы превратилось в свалку. Пока не идет речь о том, чтобы восстановить полностью былую красоту. Для начала нужно хотя бы благородить территорию, чтобы здесь было не страшно ходить по вечерам. В перспективе мне бы хотелось оценить все-таки вложения, необходимые для восстановления этого парка. Возможно, это будут деньги из наказов депутата, возможно, это будут деньги, конечно, управления благоустройства. Вот. Но хотелось бы, чтобы этот парк, конечно, был тем, каким мы его видели.